явление, состоящее в стремлении тел сохранить состояние покоя и равномерного прямолинейного движения, называется инерцией. Под действием определенной силы тела различные по-разному движутся с разным ускорением. Их скорость меняется у одних тел быстрее, у других медленнее. Если скорость тела изменяется медленно, ускорение мало, говорят, что тело инертно в большей степени, чем в том случае, когда ускорение будет велико, скорость будет быстро и тело изменяться. Мерой инертности является масса. Для того, чтобы проиллюстрировать связь массы с инертностью тел, то есть с быстротой изменения скорости данного тела под действием какой-то определенной силы, мы покажем такой опыт. На столе стоит тележка, на которой установлен вентилятор. Вначале тележка и вентилятор покоятся. Сейчас равнодействующая всех сил, действующих на эту систему, равна нулю. Включим вентилятор и проследим за движением тележки с вентилятором вдоль стола. Больше всего внимания обратим на то, как быстро будет нарастать скорость тележки, как она быстро переместится вдоль стола. Итак, я включаю вентилятор. Еще раз оценим время перемещения тележки вдоль стола. А сейчас поступим следующим образом. Установим на тележку две гири. Мы резко увеличили массу тележки, а сила, действующая на тележку, осталась прежней. Я отпускаю тележку, следите за ее движением. Еще раз проследите за движением тележки. Вы видите, что скорость тележки в этом случае нарастает значительно медленнее. Больше инертность системы, больше ее масса.